Водопроводные сети Стерлитамака ждет большой ремонт. Утверждена инвестиционная программа на 2017-2019 годы, в соответствии с которой будет проводиться модернизация, реконструкция и обновление изношенного оборудования. На сегодня общий износ сетей и оборудования в городе составляет 75% на водоснабжении и 46% на водоотведении. В этой инвестиционной программе заложены два таких серьезных мероприятия, как замена вот канализационного коллектора по улице Профсоюзной и ремонт и замена водопровода, который идет от Зерганского водозабора. Вот над этим мы хотели бы очень серьезно сосредоточиться в ближайшие эти годы и исправить эту ситуацию. Потому и тариф для населения подрастет. С 1 июля на водоснабжение на 11,09% до 16 рублей 66 копеек за кубический метр. И на водоотведение на 11,06% до 18 рублей 49 копеек. Тем не менее, тарифы в Стерлитамаке остаются одними из самых низких в республике. Самая дорогая вода в Сибае и Октябрьском – больше 27 рублей за кубометр.